Друзья, всем привет! Приветствую всех, кто присоединяется к нам в онлайне, вот, или же те, кто будет смотреть этот эфир в записи. Сегодня попробуем немножко новый формат, да, помимо наших еженедельных вопросов и ответов, там, где я, собственно, могу помочь вам решить ваши сорсинговые задачи, тем самым чему-то научить и размять мышцы, что касается меня, да, и моих каких-то выгод в этом процессе, вот, то сегодня я решил попробовать сделать формат стрима, в котором я покажу и расскажу о том, что такое за инструмент Phantom Buster, для чего он используется, соответственно, вот, и как вы могли бы его успешно применить для того, чтобы э, повысить вашу эффективность как э, рекрутеров или же как сорсеров. Итак, друзья, давайте Начнем, да, то есть изначально поговорим о том, какой функционал может предоставить Фантом Бастер. Значит, Фантом Бастер работает с такого рода площадками как LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator, Instagram, Twitter, Facebook, Quora, Medium, Pinterest, Reddit, GitHub, Product Hunt. И еще несколько платформ, которые, ну, совсем являются для нас с вами, по факту, нерелевантными, да, поэтому, соответственно, даже не имеет смысла их упоминать. Вот, мы сегодня поговорим про те фантомы, которые занимаются автоматизацией LinkedIn. А, и я конкретно, Валерия, добрый день. Так, да, кстати, к слову, друзья, важный момент. Все вопросы, которые у вас могут возникнуть во время эфира... Пишите, пожалуйста, в чат. Для того, чтобы этот эфир было интересно смотреть всем, кто будет смотреть его в записи, я не буду на них останавливаться, но я обязательно в конце эфира отвечу на каждый этот вопрос, и, если нужно будет, вернусь к тому, собственно, что я показывал. Итак, первым делом хочу показать вам пример того вопроса, решение того вопроса, который вот буквально поднимался на днях в чате. Да, вчера я сделал на канале у себя публикацию с я вижу, так много участников подключается. Это круто, друзья. Ставьте палец вверх, для того, чтобы нас с вами могли увидеть большее количество людей. Вот. Спасибо вам, что подключаетесь. Приятно. Надеюсь, вам понравится. Итак, каким образом нам необходимо извлечь сеть контактов на LinkedIn для того, чтобы у нас были персональные почты, да? чтобы у нас была, по сути, вот наша база данных, наших контактов, которую мы могли бы потом использовать себе в пользу. Значит, друзья, для этого нам необходимо несколько фантомов. Первый фантом это Linkedin Contacts Extractor. Все ссылки на каждый из фантомов будут после окончания этого видео в описании, поэтому не переживайте. После того, как вы установите себе этот фантом, соответственно, необходимо перейти в его интерфейс. Вот так вот он выглядит. Это может показаться в какой-то момент даже немножко страшно, да? Вот, но значит, переживать не стоит. Сейчас объясню, как это все работает, соответственно. Здесь, находясь, необходимо нажать на три точечки, вот, и перейти в режим настройки фантома, нажав на опцию Setup. Значит, этот фантом настраивается очень просто. Здесь все предельно ясно. Значит, здесь есть три шага по настройке этого фантома, да, данные, которые вы должны ввести, настройки, вот и уведомления, потому что каждый фантом после того, как он заканчивает свою работу, после того, как вы попросили его сделать какую-то конкретную задачу, в данном случае извлечь ваши контакты на LinkedIn, да, он соответственно может вас об этом уведомить и настройку об этих уведомлениях можно настроить в формате имейла или же сообщения в Slack, вот. Соответственно, это вы можете тоже кастомизировать. Итак, экран настройки. Да? Значит, обратите внимание, у меня здесь э, уже написано Connect to LinkedIn. Это происходит потому, что у меня расш... установлено специальное расширение, э, которое предлагает установить Phantom Buster. Сейчас я специально его уберу из хрома. Вот. И вот обратите внимание, что теперь... У меня это будет выглядеть таким образом, что. Сейчас, одну секундочку. Пропала надпись Connect to LinkedIn. Да, то есть мы видим, ее нету. Но появилась такая плашка, которая нас призывает установить расширение для Chrome. Соответственно, это нужно сделать. Да, вы будете перенаправлены в Chrome Store. Расширение, соответственно, бесплатное. О том, сколько стоит Фантом Бастер, мы говорим, поговорим обязательно в конце эфира. Я расскажу о том, какие есть опции. Но э, инструмент это платный, да, нужно понимать. Вот. Вернувшись на экран с настройкой нашего фантома, мы опять-таки видим здесь кнопочку, которая гласит Connect to LinkedIn. Э, нажав Connect to LinkedIn, в этом поле будет обновлено значение вашего файла cookie. Э, что такое файл-куки для тех, кто не знает? Смотрите, на каждом сайте для того, чтобы делать какие-то действия, зачастую да, необходимо зарегистрироваться. Регистрация ⁇ это логин и пароль. И, соответственно, если вы обращали внимание, когда вы логинитесь на каких-то сайтах, после того, как вы на них возвращаетесь, вам не приходится делать это снова. Вот так вот, не приходится делать это снова именно благодаря файлом куки, которая содержатся в браузере, их можно удалять и чистить. К слову, это нужно делать иногда, особенно там это делается обязательным ä, порядком, если обновляется браузер. Но в случае, если ä, вы хотите сделать это самостоятельно, вы также это можете сделать. Соответственно, для того чтобы этот файл куки, это определенное значение, которое вы, кстати, можете увидеть вот в этом вот поле. То есть это значение очень много символов разного регистра, буквы, вот, дефис, цифры. Ну, в общем, короче говоря, это такого своего рода код, который, в который заложен ваш логин и пароль на сайт LinkedIn. То бишь, нажав Connect to LinkedIn, расширение, которое вы установили, идет, этот код достает, да, это можно сделать и вручную, но это, скажем, требует более как такой технической сноровки. Вот и соответственно э, этот файл подставляет сюда для того, чтобы условно говоря действовать на вот вашего имени, да. То есть как он будет знать, например, какое, ну, как, какие именно контакты выгружать, да, если тут написано контакты. Вот, соответственно, если э, вы, э, ну то есть не предоставите ему этот файл. Итак, значит следующий момент. Э, вот эту вот галочку мы оставляем. Э, то есть не чекнутой, да, условно говоря, она нас в данном случае не интересует, и здесь мы выбираем количество профилей из наших контактов, которые мы хотим, чтобы у нас, соответственно, было в конечном результате. Для демонстрационного режима, да, давайте сделаем не 5, давайте сделаем 10. Я поставлю 10, да, для того, чтобы это не занимало, там, у меня всего там, тысяча, э, ой, тысяча, 15 тысяч контактов на LinkedIn, вот. Соответственно, я поставлю 10 для того, чтобы не выгружало всех. Следующий момент. Следующая опция, она называется Sort By. И LinkedIn интересует, каким образом он должен сортировать все ваши контакты и понять, ну, то есть, какие первые 10 оттуда извлечь. Соответственно, здесь есть опции Recently Added. Это те, которых вы добавили недавно. Да? То есть, вот в таком порядке, как они добавлялись. Или же вы можете организовать их в алфавитном порядке по именам или же по фамилиям. Это для вашего удобства. Я предпочитаю опцию «Recently Edit. После этого, друзья, необходимо указать, каким образом будет называться CSV-файл, то бишь это таблица, да, которая будет содержать первых 10 контактов из вашего списка, соответственно. Давайте сделаем это название «Sourcing nuances defis test». Нажимаем Save, после чего попадаем на настройку э, мануальной или же репиты для то бишь до да, автоматического запуска этих фантомов. Э, в данном случае автоматический запуск не является релевантным, поэтому э, вот об автоматическом зап запуске отдельно я расскажу вам на примере э, другого фантома, который тоже покажу. Здесь оставляем «Manually», нажимаем Save и просим, чтобы уведомления пришли только в том случае, если. Случится, случится какая-то ошибка, да, in case of errors. Uh, в принципе, ее можно выбрать также без уведомлений. То есть, ну, это, опять-таки, кому как uh, удобнее. Нажимаем Save. Вот, и попадаем, собственно, опять на первичный экран, который нас привела ссылка на этот фантом. После этого, друзья, необходимо нажать Launch. И обратите внимание, uh, процессы, которые будут происходить соответственно, они будут отображены вот в этом вот окошке. Давайте я зазумлюсь. Итак, connecting to LinkedIn, connected successfully as Denis Denkevich. total connections count 14767, да, и Следующее действие, которое происходит, это оно загружает 10 профилей, да, потому что мы попросили, собственно, загрузить 10. Нашли 10 профилей, 10 всего. И после этого идет процесс сохранения данных, да. После чего, обратите внимание, у вас вот тут вот чуть ниже, сейчас, появится файлик, который называется, соответственно, sourcing nuances test.csv да, вот этот файлик можно и нужно, соответственно, скачать, да, вот таким вот образом, нажав на эту кнопочку, он, соответственно, появится у вас в загрузках и откроется в виде таблицы CSV. Обратите внимание, да, то бишь здесь есть ссылки, first name, last name и title. Все, больше ничего нет, timestamp, но это ненужная информация. Что нужно сделать теперь? Теперь необходимо, друзья, выделить колонку с содержащую в себе ссылки. Скопировать их и отправиться. Создать новую таблицу на вашем личном Google диске. Это важно. Да, то есть создавать нужно не на корпоративном. Почему? Потому что а, этот файл должен быть публично доступный. То бишь, обратите внимание, я сейчас перелогиниваю со своего корпоративного диска на свой персональный. Нюансы сорсинга, да. И здесь создаю новый spreadsheet. Итак, сюда мы просто вставляем ту информацию, да, которая у нас имеется по поводу ссылок. То есть представьте себе, что вы выгрузили все свои контакты, но, безусловно, если у вас там их 15 тысяч, я не рекомендую это делать э, ну, за один раз, я рекомендую это сделать там, ну, может быть, по 1000 или по 2 за раз. Вот, и таким образом, соответственно, выгрузить все списки. Ой, весь список, прошу прощения. Называем этот файл как угодно. Теперь самое главное, что нужно сделать, зайти в э, настройки доступности этого файла и выбрать здесь э, возможность просмотра этого файла. Не обязательно редактирование, да, то есть можно оставить режим вьюера по ссылке. Anyone with the link э, can view, да, вот таком, таким вот образом. Вот. После этого, друзья, что у нас происходит с вами? Значит, после этого мы отправляемся к. Другому фантому, собственно, который нам с вами поможет в реализации этой активности. Меню Dashboard содержит в себе все те фантомы, которыми вы хотите пользоваться. И теперь, друзья, нас с вами интересует фантом, который называется LinkedIn Profile Scrapper. Опять-таки, все ссылки на файлы. Э, ой, ссылки на фантомы, которые я упоминаю, будут в описании к этому видео, так что вы удобно сможете ими воспользоваться. Нажимаем на него. Попадаем опять в такое меню, нажимаем на три точечки, выбираем Setup. Здесь э, важно каждый раз... Для того, чтобы файлы куки были секьюрными, они часто обновляются. Да? То есть, и, соответственно, каждый раз, когда вы используете Phantom, э, желательно нажимать Connect to LinkedIn, для того, чтобы этот файл был актуальный. Вот. И теперь, друзья, следующее поле, которое здесь есть, это Spreadsheet URL of Profiles to Scrape. Так вот, а теперь необходимо скопировать ссылку этого ранее публично зашаренного файла, да, и, соответственно, вставить ее в это поле. То есть убрать все, что там было, нажать команду или Ctrl V, и после этого двигаться к, к следующим настройкам. Значит, давайте посмотрим. А, следующая опция гласит о том, что нужно выбрать email discovery service. Да? То есть, если вы хотите, чтобы Phantom Booster мог попытаться найти почты, вы можете также это включить, это стоит дополнительно, и это у них не очень хорошо получается, поэтому я не рекомендую вам этого делать. Значит, после этого необходимо нажать галочку Advanced Settings, видите, потому что в противном случае меню ваше будет выглядеть вот так. Нажимаем Advanced Settings, и здесь указываем название колонки, в которой в нашем файле расположены ссылки. В данном случае, обратите внимание, это профайл URL, без... Вот таким вот образом прямо копируем и вот как есть, вставляем вот сюда в это поле. А, значит, следующий момент. Этот фантом за раз может соскрапить только 100 профилей. Это число можно уменьшить. Да, в данном случае нас интересует всего лишь 10, но увеличить его нельзя. Это делается для того, чтобы не быть заблокированным, собственно, LinkedIn. -ом. Вот. После этого все то же самое мы должны назвать наш файл. Э, исходящий файл, да, который будет содержать в себе уже всю информацию о этих профилях, тире наших контактов, да, с их персональными имейлами. E Все, фильтр CSV, results вас не интересует. Все остальные э, галочки я рекомендую оставлять не э, прочеканными, просто потому что э, ну, это не так необходимо, и скажем. Учитывая то, что фантом бастер вообще работает и его кредиты использования это время, да, которое он тратит на исполнение ваших заданий. Э, опять-таки в конце расскажу про прайсинг более подробно об этом. Соответственно все вот эти вот галочки, они занимают у него больше и больше времени, поэтому вас это соответственно не интересует. Здесь оставляем режим мануального запуска, нажимаем save и тут тоже опять-таки уведомление in case of error. Все друзья, после этого необходимо нажать launch. И наслаждаться, собственно, тем, как происходит магия, да? Давайте опять-таки зазумимся. Значит, смотрите, друзья, он подключился Successfully as myself, да, as Денис Динкевич. После этого он забрал все 10 ссылок, которые расположены в нашем спредсчете. И сказал: Окей, это профили, которые мне нужно соскрапить. И после этого, друзья, он One by one, да, открывает его, загружает его, э, скроллит до конца для того, чтобы открылась вся информация, подтверждает, что вся информация открылась и скрепит ее. Э, ну, после чего, соответственно, есть уведомление о том, что ссылка на такой-то профиль successfully scraped. Это будет происходить определенное количество времени, да, и естественно, если здесь будет Большой список, то это, ну, то есть займет Дольше гораздо времени, но э, Нужно понимать, что со скрапив 100 профилей Ваш фантом остановится И так будет всегда Соответственно, если в вашем спред В вашем спред может быть больше 100 строчек, да Но, э, соответственно, в вашем спред Также должны быть э, Вернее, сори, нужно понимание того, что каждые 100 профилей этот фантом будет останавливаться. И все, что вам нужно сделать, это просто зайти то есть понять, сколько ему нужно времени обычно да, на э, исполнение одного э, скрепинга с э, со 100 профилями. Вот, и, соответственно, каждый раз через это время заходить сюда и перезапускать его, либо же, либо же еще одна опция, да, которая есть, это настроить его автоматическую загрузку. То бишь, допустим, вы определили, а, сейчас он есть, дадим время ему завершить, вот, и я покажу о том, как можно настроить автоматическую загрузку для того, чтобы, условно говоря, поместить вот туда а, список вообще всех ваших контактов и попросить его, например, запускаться раз не так, пять раз в день, да, соответственно, за день он будет скрепить 500 контактов, вот, и, ну, то есть за 20 дней вы, соответственно, выгребите все 10 тысяч, например, и таким образом можно решить, соответственно, эту проблему, а, в случае, если вы не хотите заморачиваться с автоматической настройкой, смотрите, а, ну, то есть в данном случае фантом этот работал, Давайте посмотрим. Кстати, здесь вот внизу, если опуститься, видите, можно посмотреть э, каждого вашего таска, который вы ему давали. Вот видите, у меня там предыдущие таски 25 минут, 17 минут. А в данном случае этот таск длился э, 2 минуты 18 секунд. То бишь, если у меня, например, там всего, да, это потребовало для того, чтобы соскрапить 10 профилей. Если у меня всего, например, э, 100 контактов, да, то, соответственно, мне нужно всего 20 минут для того, чтобы все их соскрапить. Вот, и каждые 2 минуты я должен сюда вернуться. А, ну, опять-таки, это не работает на примере со 100 контактами, потому что здесь ограничение, то есть за раз он может соскрапить только 100. А, в случае, если у вас всего 100, то он за раз с этим справится. Я думаю, то есть идея этого понятна. А, теперь, друзья, в списке файлов, которые здесь у нас имеются, обратите внимание, здесь будут абсолютно все файлы, которые являются результатами вашего запуска, каждого запуска этого фантома. Да? А, Нужно понимать, что если э, вы переживаете по поводу того, окей, э, у меня, допустим, здесь 1000 контактов в этом файле, он соскрапит за раз 100, а потом начнет опять сначала и опять те же 100, и так по кругу, нет, он будет знать, на каком файле в последний раз он остановился, и начнет ровно с того файла, который, соответственно, новый после ну, первых 100, э, или же там предыдущих 100, которые он уже соскрапил. Вот. Теперь, друзья, давайте найдем файлик, который мы только что сделали, и он называется Sourcing Nuances Test. Вот, они тут расположены в алфавитном порядке. Качаем его. Переходим на формат рабочего стола, чтобы вы видели. Вот открылась таблица. И обратите внимание, да, то есть абсолютно все профили идут с персональными почтами. Да, то бишь, вот, пожалуйста, строка mail. Каждый из профилей имеет в себе почту, и это персональная почта. Почему? Потому что эти контакты являются вашим первым кругом, и, собственно, вам эта информация известна. Почему LinkedIn закрыл возможность выгрузки контактов с, ну, с почтами, только им одним известно. Помимо этого, друзья, у вас есть полное описание их профиля, у вас есть их headline, да, то есть то, что использовано вверху LinkedIn профиля. Оно может отличаться от их job так к слову. Локация, ссылка на их фотографию, first name, last name или же full name, количество подписчиков или же размер их круга контактов. Далее, что у нас здесь есть еще? Mutual Connections, текущая компания, текущий job title. А какое количество времени этот человек работает. Ну, в общем, короче, вся информация из их LinkedIn лит профиля, литер или вся, job description и все. После этого идет, значит, колоночка, которая содержит, называется All Skills. Пожалуйста, All Skills, друзья. И обратите внимание, да, что... Сейчас. Здесь содержатся абсолютно все скиллы, да, перечисленные просто через запятую. Вот, это очень круто. Ну, соответственно, вы можете сделать такой, э, ну, очень precise поиск, да, на предмет, ну, который невозможно сделать в LinkedIn из-за неточности их поисковых э, механизмов, соответственно. Вот. Таким образом, собственно, вы можете выгрузить всю вашу э, сеть контактов, э, сделать это постепенно, да, и обогатив ее при этом имейлами и уже работать с этой. Базой э, кандидатов, так как вам хочется, и теми инструментами, которым вам хочется, а не быть только подвязанными под LinkedIn. Давайте посмотрим, какие еще есть возможности в контексте автоматизации LinkedIn. Итак, э, следующий фантом, который я часто достаточно использую, это LinkedIn Search Export. Значит, объясню, как он работает. Допустим, у вас есть какой-то поисковой запрос на LinkedIn, при том, что вам не обязательно при этом иметь... Не, ну ладно, вам обязательно иметь премиум пакет на LinkedIn, потому что если вы будете использовать Фантом без премиум подписки, вас просто-напросто очень быстро заблокируют. Вот, значит, допустим, у вас есть какой-то поисковой запрос, да, давайте сделаем его, опять-таки, небольшим. Значит, давайте сделаем по небольшим. Например, компания Grammarly и Title DevOps. Замечательно. Один результат, но это как-то маловато. Давайте DevOps or Systems. Окей. Okay. DevOps or продукт. Супер. Конкретный поисковой запрос. На него, соответственно, как и на любой поисковой запрос на LinkedIn, ведет конкретная ссылка. Скопировав эту ссылку, друзья, и перейдя в фантом, ссылку на которую можно будет найти к описанию, в описании к этому видео, соответственно, LinkedIn Search Export, да, и теперь нас с вами, друзья, интересует, как настроить этот фантом, да. Мы опять-таки переходим в меню Setup, которое можно попасть, нажав на три точечки в правом углу, собственно, экрана фантома. После этого нажимаем Connect to LinkedIn, уже привычное нам. И в поле Search Input мы просто с вами вставляем ссылку поиска, который ведет на вот эту вот поисковую выдачу. Вот. Ну, очень просто, по-моему. Соответственно, здесь мы можем указать количество результатов, которые мы хотим, чтобы фантом соскрапил. 1000 это максимум, на что он способен за один раз. Опять-таки, его если запустить несколько раз, это будет несколько тысяч. Вот. Если мы оставляем пустое это поле, то он просто заберет все поисковые результаты из этой выдачи. В данном случае их 6, поэтому нам не стоит переживать, что они не поместятся в этот диапазон. Соответственно. Здесь оставляем вот эти вот три галочки, необходимо прочекать. Почему? Потому что здесь вы определяете, в каком круге контактов осуществлять поиск. Да? То есть либо первый, либо второй, либо третий плюс круг. Нас интересуют абсолютно все результаты из этой выдачи, поэтому мы выбираем абсолютно все три круга контактов. После этого необходимо выбрать категорию поиска. Ну, тут легко это сделать, потому что здесь она всегда обозначена. Да? То есть в любом поиске Uh, то есть видно в какой категории вы осуществляете его в данном случае это категория people вот и это чаще ну скажем встречающийся кейс на мой взгляд в рекрутинге и в сорсинге uh, и опять таки название файла который будет являться результатом этой работы uh, значит тест просто тест все эти все оставляем два поля пустыми uh, и вот здесь вот я предпочитаю оставлять галочку эту чекнутой, remove duplicates from different searches. Когда-нибудь, когда я буду делать следующий, более такой advanced tutorial для... Э, Юра, привет! Да, вижу в чате тебя, класс. Э, когда я буду делать более такой advanced tutorial для фантом бастера, я покажу, как можно э, соскрепить сразу 15, допустим, вот таких вот поисковых. Собственно, Так я, по сути, реализую... Свою там поисковую стратегию на конкретную роль, да. То есть у меня есть список ссылок на поисковые запросы, я их завожу сюда. Выбираю remove Duplicate profiles between different searches, что означает э, то есть убрать дубликаты в случае, если фантом будет их находить. Он на это способен. Вот. Соответственно, э, таким образом я могу соскрапить всю свою поисковую стратегию и удовлетвориться, что там нет дубликатов, да, и работать, собственно, с этой с этой выдачей вот но э, вам пока что на данном этапе если вы будете за раз одну ссылку делать э, неважно то есть отмечать эту галочку или нет up to you дальше здесь оставляем формат manually вот и опять-таки notifications in case of error попадаем сюда на э, страничку за, запуска собственно фантома нажимаем launch и укрупняемся сюда для того чтобы посмотреть собственно что здесь происходит так, он говорит, окей, okay, вот такой вот у нас input, дублирует вашу ссылку, э смотрит, сколько результатов необходимо в этой поисковой выдаче, и пишет, окей, okay, 6 результатов, и, пожалуйста, его а, действие Getting Data from Page 1, да, то есть ну, мы знаем, что на одной поисковой странице поисковой выдачи в LinkedIn 10 результатов. Соответственно, ну, то есть этот запуск э он сделает, по сути, за раз. Почему? Потому что ну, у нас всего результатов 6. Вот, соответственно, здесь об этом и написано. Got six profiles from page. All page results scrapped. Вот, saving data и process finished. Соответственно, опускаемся в менюшку с файлами. Находим файл под названием test. Вот, загружаем его. И, пожалуйста, у нас с вами есть, соответственно, конкретная поисковая выдача с, со ссылками на профили этих ребят. Вот, и с другой релевантной информации по типу job title, локейшена, вот и прочих штук. Соответственно, это очень удобно и это экономит чего уж там кучу времени. Вот. Давайте еще один пример, который, соответственно, давайте представим, что, то есть, у вас нету этих контактов. Ну, когда нам в случае, собственно, в данном случае, да, как и у меня. Видите, эти все контакты находятся во втором круге. То бишь, чисто гипотетически, ну, да, как часто это бывает, я могу быть заинтересован в том, чтобы законнектиться с этими людьми, да. И для этого Фантом тоже предлагает автоматизацию, которая называется, соответственно, LinkedIn Network Booster. Значит, работает это по такому же принципу, как профайл-скрепер, да, вам необходимо создать публично доступный Google Doc, который, соответственно, поместить а, ссылки на профили ребят, которые выкачались а, из поисковой выдачи. Вот в данном случае мы можем прямо вот оставить в том же Google Doc, да, убрать старую информацию и вставить а, профили из вот видите, 6 профилей, которые мы только что а, качали из поисковой выдачи. Вот это все, все ребята, продуктовые, а, работающие в Grammarly. Вот. После этого, друзья, вам необходимо скопировать, опять-таки, ссылку на этот файл. Так как он уже публично расшарен, здесь ничего больше делать не нужно. Идем в настройку Фантома, Setup, Connect to LinkedIn и вставляем, собственно, сюда ссылку. После чего, друзья, у нас идет с вами окошечко, в котором мы можем настроить месседж, который мы будем использовать, да, когда добавляться к этим друзьям. Значит... Обратите внимание, да, что first name здесь написан в э, вот в таком вот в таком виде, короче говоря, что уж там. Э, вот, соответственно, то есть этот синтаксис необходимо повторять, для того чтобы фантом сам взял. Э, то есть, вы же обратите внимание, мы подставим, мы поставили в таблицу только ссылки на их профили. Да, то есть больше ничего как бы э, в, в таблицу не помещали. Но фантом в состоянии сам зайти на их LinkedIn профиль, взять их имя и подставить его на это место. Здесь еще, в частности, есть э, другие теги, да, которые вы можете также использовать. И Фантом будет подставлять туда какую-то другую информацию. Вот, но на данном этапе мы рассмотрим только first name, да, для того, чтобы, ну, просто дать вам to give you an idea of how it, how it works. Э, вот. Значит, смотрите, давайте напишем наше вступительное сообщение, да, с использованием. Ну, здесь, по сути, я вот так и обращаюсь, да, к людям, если пишу на английском. Hey, first name. Сейчас в наше время, да, в время пандемии. Hope you staying safe. Даже safe, мне немножко кажется, базвордом. Staying wells and safe. Вот. Это опционально. Не обязательно это писать, но это там сейчас как бы так вот да, работает иногда, как такой warm welcoming. А далее, соответственно, мы добавляем сообщение. Да? То есть, вы поняли, это тот ноут, который придет к этим людям в момент добавления э, моего отправленного да, в круг контактов. Итак, hope you're staying well and safe. I'm expanding my network and would love to see experienced Daniel да, product folks. Among... Among the Connections. Among the Connections list. Не D, а Among My. Ага, my там уже было Network, тогда просто Among the Connections list. Ну, и в случае, если это такой как бы не рекрутинговый пич, да, и... Uh, ну, то есть, вы, у вас нечего предложить этим кандидатам как вакансии, да, то, ну, обычно, то есть, я предпочитаю еще писать Let me know if I can be any of help as well. Да, то есть, чтобы было понятно, окей, ты хочешь, ну, продуктовых чуваков себе в нетворк, а мне что с этого? Вот, спасибо Grammarly, да, с продуктом, которого мы сейчас пишем, которое все это замечательно поправляет, все опечатки мои. Let me know if I can be any of help as well. Вот, и после этого... Самый лучший, на мой взгляд, один из самых лучших конверсионных эндингов, да, это thanks. Не best regards, не Br, не regards, не sincerely, а thanks. Вот, и тут еще можно неформально так then, да. А, ну, чтобы сразу, сразу как бы этой серии подружиться. Вот. Так, видите, это окошко, соответственно, его можно расширить. О, вот, мы заставим его такое, чтобы было видно сообщение просто. О. Вот. Замечательно. Все, друзья, мы с вами настроили все, что нужно для этого фантома. Да, то есть, опять-таки, Advanced Settings нас не интересует, по крайней мере, в сегодняшнем стриме. У нас есть с вами Spreadsheet, содержащий в себе 6 ссылок из поисковой выдачи, которую мы выгрозили при помощи другого фантома. Вот, и мы с вами хотим с ними законнектиться. Соответственно, мы поместили сюда такое сообщение. Давайте посмотрим, что еще нам подсказывает Grammarly. Ага. Окей, okay, Grammarly подсказывает, что желательно писать, значит, э, ага, I hope. Супер, спасибо. Useful. Ничего не скажешь. Окей, okay, нажимаем Save. Здесь опять-таки оставляем Manually. Notifications in case of error. Вот, и нажимаем кнопочку Launch. И идем смотреть, что у нас там происходит. Так, Model of Message to Send. Он дублирует, соответственно, этот месседж. I hope you're staying well and safe. Uh, getting data from spreadsheet. Got six lines. Connecting to LinkedIn. Connected successfully. Uh, ссылки для добавления. И погнали. Оп, первая ссылка. Message sent to Denis. Hey, Denis. I hope you're staying well and safe. Бла-бла-бла. Дальше Денис Кулик этот. Uh, поехали следующая ссылка значит загружается message sent to Игорь hey Игорь и так далее да то есть красота ну как бы все происходит э, автоматически никакого спама ну то есть это опять-таки это просто то, что вы можете автоматизировать и заняться в этот момент чем-то другим, чем-то более полезным. Не манки джоб, да, а вот этой вот, ну, как... А чем-то более таким человеческим, да, если так можно сказать. Вот. Соответственно, за раз, да, то есть он может добавить... Тут еще вот важный момент. Этот фантом может за раз добавить только 10 профилей. Поэтому, если, допустим, сюда вы поместите 100 профилей, это возможно, опять-таки, но за раз будет добавлено только 10. И вам, соответственно, нужно будет либо возвращаться э, через время и запускать этот фантом еще раз, еще 10, еще 10, еще 10, еще 10, да? Вот обратите внимание, сейчас он закончит работу. И здесь появится Recent Activity с тем, сколько длился запуск этого последнего фантома. Double checking. О, супер. значит, у нас, соответственно, появился лог. Duration 2 минуты 9 секунд. Но у нас было 6 профилей. Допустим, что 10 профилей добавляется за 5 минут. Это примерно так и есть. То есть, соответственно, вам, ну, либо это нужно делать каждые 5 минут, либо опять-таки в данном случае э, можно настроить автоматический запуск. В данном случае точно можно. Смотрите, выбираем repeatedly, и здесь выбираем 4 раза за час. Таким образом, в час будет добавляться 20 контактов. Э вам не нужно будет тратить время на то, чтобы возвращаться, проверять. Ага, еще, а, уже остановился, можно запускать. Вот, соответственно, э, и ну, за день рабочий, получается, вы сможете добавить 8 на, на 20, 160 контактов. Я считаю, что это немало с головой, хватило бы потом времени э, их, э, то есть, разобрать те ответы, которые к вам придут. Вот, и тут нужно знать, очень важно, что нажав после этого «Save», Каждый час, вот не нужно будет уже нажимать launch. Он сам будет запускаться. Вот, и, соответственно, результатом его работы будет, будут добавлены профили. А, обратите внимание, если мы вернемся на страницу поисковой выдачи, которую я только что добавил, друзья, и обновим ее. То напротив каждого профиля, да, исчезнет клавиша Connect. Видите, только с одним что-то не получилось законнектиться. Ну, такое бывает, на то она автоматизация, что иногда может как бы что-то не получиться. Вот, соответственно, Фантом э, деликатный инструмент, он там не то чтобы, знаете, голову сломает, но добавится. Соответственно, он там это пробует несколько раз, не получается, уходит. Вот, но опять-таки в таком, в масштабе там большой поисковой выдачи это работает на ура. Э, и, соответственно, ну, то есть там какие-то профили придется, может, все-таки добавить э, вручную. Вот. Таким вот образом, друзья, соответственно, это то, что я хотел вам рассказать сегодня про автоматизацию фантомов с использованием LinkedIn. Да, я опять-таки делаю акцент на том, что необходимо иметь платную подписку LinkedIn для того, чтобы осуществлять подобные действия. Необходимо не усердствовать, да, то есть не переусердствовать использованием и частотой использования этих фантомов, потому что, ну, все-таки LinkedIn плохо справляется с контролем фантомбастера, я бы сказал, вообще не справляется, но понятное дело, что если сильно постараться, можно в космос улететь, вот, поэтому, да, поэтому будьте осторожны, то есть... вот в том формате, в котором я вам рассказал, опять-таки, да, то есть те вот Интенсивности спокойно запускайте без всяких проблем, но не переусердствуйте, опять-таки. А теперь, друзья, что касается того, сколько это стоит, а, значит, смотрите. Прайсинг фантом бастера выглядит таким образом: что у вас есть free forever. Да, то есть всегда навсегда бесплатная версия, которая предоставляет вам возможность использования только одного фантома до да, какого-то вот одного из тех, которые я показал. и его работа ограничивается 10 минутами в день. То есть каждый новый день у вас есть 10 минут. Вот мы с вами сегодня узнали, что для добавления 6 контактов необходимо, соответственно, 2 минуты времени. Вот, ну вот, соответственно, за день на бесплатной версии вы сможете добавить 30 контактов, да, а потом на следующий день еще 30 и только так. А, вот. Ну и все последующие, соответственно, версии мы используем, так как я использую этот инструмент по работе, соответственно, я использую а, подписку бизнес, да, и она позволяет а, иметь 10 слотов для различного рода фантомов, вот, которые мы сегодня с вами посмотрели, а, и, соответственно, 3 часа работы каждого из этих фантомов. Каждый день это еще 3 часа, еще 3 часа, еще 3 часа. Да, то есть это немало, это, безусловно, при такой интенсивной работе там и при комбинации различных задач, этого может показаться мало, но, опять-таки, в формате компании, я думаю, там 100-150, до 500 человек, короче говоря, да, это рабочая подписка, соответственно, которая стоит 70, месяц, 70 долларов в месяц, если платить каждый месяц, вот, и 65 долларов в месяц, небольшая экономия, да, но тем не менее, если заплатить сразу за год. Вот, это то, что касается его прайсинга э, и того, что, соответственно, вы можете, ну, соответственно, из этого можно сделать вывод по поводу того, что вы можете себе позволить уже э, относительно там использования этого инструмента или же не использования. Вот. Uh, так, вопрос. А как отзывать приглашение с помощью Фантомбастера? С помощью Фантомбастера, uh, к сожалению, это делать нельзя. Вот, Но uh, я напоминаю, что это можно делать при помощи букмарклита, которым я делился... Uh, сейчас, одну секундочку. Да, вот она. Которым я делился в чатике энное количество раз уже. Но я даже uh, сейчас хочу продемонстрировать опять-таки... Как это работает в случае, если, если ты не увидел. Итак, друзья, нам необходимо с вами отправиться во вкладочку My Network, Inventions, See all. вот. И здесь, соответственно, у нас есть Received, да, Connection Request. И если мы переключимся сюда, это отправленные заявки, а, вот. Значит, соответственно, друзья. Здесь мы видим их полный список, всего их 932. В частности, это вот ребята продукты, э, которые работают в Grammarly, которых мы запичили только что. Видите, там 7 минут назад, 6 минут назад и так далее. Находясь на этой странице, необходимо кликнуть на вновь э, сохраненную закладку или же Bookmarklet, да? Вот, в чате там подробно написано о том, как это... как себе это установить, да? Появляется вот такое вот окошко, которое гласит о том, что оно может помочь нам убрать pending invites. Вот, и здесь нам необходимо выбрать дату, до которой мы хотим, соответственно, эти инвайты убрать. Давайте вот, например, выберем до 7 августа. Нажимаем check pending. Пока еще ничего не происходит, то есть не стоит переживать, да. Оно вам покажет, сколько всего инвайтов оно нашло и может убрать до этой даты. Более того, вот здесь вот ползунком вы можете это количество отредактировать, соответственно, да? Вот. Ну и поиграться, соответственно, вот с датой и с тем, сколько она насчитывает. Выбрать нужное вам количество. А, давайте выберем сейчас, например, 12. Обратите внимание, у нас сейчас значит отправлены 932 заявки. Мы нажимаем Start Removal. И она пошагово пошла. Removing 2, 3 и так далее, да? Так, оно, соответственно, пройдет до конца списка в зависимости от того, какое количество вы попросите убрать коннекшенов. Комплит. Супер. А теперь, друзья, обновив страничку, мы с вами увидим, что отправленных инвайтов всего 920, то бишь 932 минус... 12. Полученную информацию из бустеров использовать в работе, э, ну, например, для того, таким образом, что э, мэтчить эти слова уже непосредственно в таблице, да, и для того, чтобы э, была возможность очень э, такого предметного, знаете, фильтра, Насчет информации, которая содержится у них в профилях, вот, ну, например, вот таким вот образом, да, вот, вот здесь вот у меня вся информация из их профилей, пожалуйста, каждая строчка это новый кандидат, соответственно. А вот в этих вот ячейках находятся те слова, которые я хотел бы, чтобы на, на наличие которых проверялась каждая из этих строк. Соответственно, там, где мы видим единицы, это значит, что в данной строке данное слово присутствует, ну, а, например, в данной строке слово «Octopus Deploy» не присутствует. После этого мы можем э, создать такие, ну, как, скажем, более э, предметные поисковые запросы. Например, оставив здесь только единицы, то есть мы оставим только тех, у которых есть Terraform, и, допустим, только тех, у кого есть Postgres SQL, да, Тоже здесь убираем нули, «Окей», и теперь у нас список только тех людей, которая содержит, значит, вот этих вот два реквайрмента. Здесь, соответственно, мы... А, у меня есть колоночка, которая называется тег. Вот, и я таким образом тегирую этих людей а, по конкретным фильтрам, фильтрам, да, и тем самым приоритизирую воронку для дальнейшего а, ее использования. Вот. Поэтому вот таким вот образом, друзья, сегодня был эфир про Фантом Бастер. А, вот, я надеюсь, это было полезно. Ставьте палец вверх, если это было полезно. Подписывайтесь, а, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Вот, будет много полезного. Я активно работаю над развитием своего своей контент-стратегии. Поэтому это будет увлекательно. А, да, соответственно, спасибо большое всем, кто пришел в лайве. Вот все, что, э, любые вопросы, которые у вас могут возникнуть, вы можете написать в комментариях. Э, я, соответственно, постараюсь на всех на них ответить э, и э, вместе, собственно, помочь во всем разобраться. Э, да, вот вижу в чате еще про Lever. Про да, но Lever, к сожалению, не делает того, что я только что показал. Поэтому то, что он у нас есть, это, к сожалению, не решает той проблемы, которую я решаю вот при помощи такого матчинга и формул э, в спред -щите. Спасибо, друзья. С вами был Денис, канал нюансы сорсинга. Остаемся на связи. Всем пока-пока.